Коллекцию уникальных сувенирных изделий, преподнесенных в разное время Нурсултану Назарбаеву, представили на выставке в музее первого президента в столице. В экспозицию вошли декоративные тарелки и блюда, выполненные из фарфора и керамики, стекла и металлов, камня и дерева. К слову, дипломатические дары отличаются фактурой, разнообразием форм, декора и техникой изготовления. По словам экспертов, представленные предметы искусства отражают многовекторную внешнюю политику Казахстана, а также символизируют диалог культур, способствующих развитию и укреплению межгосударственных связей. Отметим, выставка подготовлена в рамках научно-исследовательской программы «Музейное собрание». Она продлится до конца текущего года. Здесь представлены прекрасные произведения искусства мастеров Турции, России, Белоруссии, Японии, Индонезии, Вьетнама. Здесь прекрасные образцы венецианского стекла, изысканные произведение искусства из фарфора, из стекла. Каждый экспонат является бесценным даром, потому что он свидетельствует уровень уважения и доверия, которым обладает наш первый президент в глазах его коллег, руководителей других стран.